Это Китай, детка. Дорогие друзья, всем привет. Очередная посылочка с Китая. Здесь семена. Ну, здесь много семян. Аж на 3 бакса. Я даже не помню, какие семена я заказывал. Здесь их вроде бы 7 сортов. И шли ко мне 27 дней. Просто хочу что-нибудь повыращивать. Потому и заказал. Распечатываем и смотрим. Так, семена чего? Судя по семенам, это похоже на шо? На помидоры, наверное. Это, наверное, помидоры. Это что такое? Что это такое? Какой-то орех. Я не знаю, что это. Реально не знаю, что это такое. Это какой-то орех. Это семена, блин, на клен похожие, только там не обычный клен, а такой синий и такой голубоватый вот должен быть он. Это по идее, блин, да что ж это такое, я не помню. А помидоры по идее черные должны быть. Так. Фиг знает, что это. Вот реально фиг знает, что это. Я раньше заказывал семена, там картинки вкладывали, и можно было разобраться, что это за семена. Здесь я без понятия, что это. Так, тоже какой-то клен, но не по идее разных сортов должны быть. Там что-то написано ручкой, но написано аж не по-нашему. Непонятно, короче, что-то написано. Так, это. Ой, чем-то похожее на вишню. Возможно, это какая-то черри. Да, это какая-то вишня. Только какая? Фиг его знает. Так. Вот опять непонятные семена. Такое ощущение, что они все одинаковые понасыпали. Так, дальше смотрим. Еще орешек один. Что это за орешек такой? А, это, наверное, персик. Мини-персик, наверное, это. Короче, персик, который очень маленький растет. Небольшой, маленький персик. Вот это и все. Ну да, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, короче, 8 пакетиков. Буду пытаться их выращивать. Ссылку на продавца, как обычно, посмотрите в описании. Там очень большой выбор. Различных семян и цветы, и нагороды, и там да любые семена, и деревья, и кусты, и бурьяны, и кактусы, и что угодно есть. Ой, будем пытаться, короче, выращивать. Ладно, ребята, всем спасибо за внимание, всем пока. А хотя какое пока, не пока ж. Я же буду выращивать, и только потом буду монтировать полное видео. Короче, буду показывать вот семена. Вот то, что выросло, вот то, что на картинке, вот то, что у меня выросло. И только потом я буду с вами прощаться. Не переключаемся. Так, теперь я хочу семена черных помидоров, семена синей клубники и семена клубники виноград, которая, когда растет, плетется наподобие винограда. И я эти семена возьму, положу себе свой инкубатор для проращивания семян. Это получается обычная туалетная бумага, залитая водичка, потом накрывается клееночкой, оно как бы парничок получается, и здесь семена должны по идее хорошо прорастать. Ну и поставить, конечно же, его в теплое место. Так, начнем, наверное, с помидорчиков. Каждых семян, короче, я возьму по 10 штук.
Вот таким вот образом повыкладывала их. Семена успешно пустили корешок в туалетной бумаге. Потом я их повысаживал в землю. И вот сейчас видим то, что выросло у меня. И сейчас я буду его высаживать в землю на огород. Повысаживаю только самые большие, и не буду все высаживать. Потому что на огороде под домом место ограниченное. Не знаю, сколько прошло времени, но вот, как видим, они уже выросли. Вот эти вот зеленые помидоры, это помидоры из Китая. Те самые, которые я заказал, и вот они уже какие выросли. Теперь ждем, пока они поспеют, и надеюсь, они будут черные. И вот уже первый помидорчик покраснел. И сразу можно сделать вывод, что эти помидоры черными не будут. Сама структура растения уже не такая, как на картинке. Смотрите, на картинке помидор растет, как виноград гроздями. Недоспевшие черные помидоры желтые, но никак не красные. Итак, вот и наступил тот день. Некоторые помидоры уже полностью поспели, как видим, они явно не черные. Давайте сравнивать с картинками. Ну что, как видим, самый обыкновенный красный помидорчик. Давайте его разрежем и посмотрим. Тоже красненький. Давайте попробуем теперь. Ну, на вкус самый обыкновенный помидор. Получается, семена черных помидоров – это обман. Мне прислали самые обыкновенные помидоры. В описании оставлю ссылку на продавца, и чтобы вы не заказывали такие семена у этого продавца. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.